Алания, друзья, 2 марта, и сегодня у нас целое разнообразие. Я показываю третье место. Первое было на улице 25, напротив 82 Салы Пазыры, либо вниз, если выйти сюда на улицу Ататюрка, то в районе Анжелик, там, где Мишки вы вышли бы. Показал какие там курсы, я не помню, какие они были там, не помню, какие они были на ЗАГ отеле на 10-м пляже Клеопатры, но они были другие, они везде разные. Вот три места с разными курсами, значит, здесь у нас за доллар дают напротив Вайкики, если вы еще не поняли, мы находимся. За доллар дают 30.25, за евро дают 32.60, британский фунт 38, рубль 0.305. Ну вот помню, что на Клеопатре сейчас было рубль 3.10, евро по 33.65, что ли. Ну, короче, в общем, все ссылочки всплывут рядом. Три видео у нас сегодня, и вы можете смотреть и, конечно же, менять там, где вам выгодно. Ну, всякие ситуации бывают безысходные, конечно. Кому срочно надо, тот и здесь поменяет. Но хотя, я думаю, кто большие суммы меняет, тот посмотрит, поищет сначала, походит. То есть курс не один. Курс не один, курс по Алании разный в разных обменках. 2 марта у нас сегодня.